Ран 43. Это будет ран на мать. Пауки Best Friend. И Селар 1. Два NBX CHEN. Это змодей. Налетайте. Бля, что-то так себе получилось. Статы хорошие. Прям реально хорошие статы на первый этаж. Кстати, все базовое. Даже повыше, чем базовым. Тирейт получше, скорость получше. Приятно. Не надо. Так, там сундук, видимо, не забрать, да? Понял. Ну, вернее, забрать надо там бахать. Вообще, наверное, бахну я этого друга. Блять! Можно поты бахнуть, наверное. Ну, больше ничего не бахнется такого интересного. Ладно. Паука бахнет здесь. Бля. О, реально здесь, нихуя. Я даже не думал, что здесь будет здесь. Секретка. Повезло. Книжка где-то, это хорошая книжка. И два ключа. Бля, вот я заору, если не будет ни одного ключа, босса. Ну, типа, кроме этой румы. И я их таким образом смог найти. Это будет реально эпично. Это будет эпичное дерьмо. Если я так найду. Метаморфоз еще нашел, куда можно деньги спустить, да? Еще один способ. Спасибо за 10 подписок, метаморфоз. Еще и сюда их. Туда их. 10 сабок. Всех поздравляем, кому попало. Всех поздравляем. А тебе не дали, а у тебя уже есть. Спасибо, Нерд, за 13 месяцев. Боже мой. Уже пауки душат. Подписки — это мой пенсионный фонд на Твиче. Как раз когда пенсия будет, то тогда я их и получу. Когда банки разблокируют. Тут тоже ключа нет. Ну и дали ключ, окей. Дали один ключ. Сколько должны? По-моему, 3000 долларов, я не помню. Может, больше уже. Там от курса как бы эта сумма может сильно меняться. Когда-то это было меньше. Сейчас это неплохо так-то уже. Неплохая сумма уже. Не стыдная. Там уже больше, там 3500, наверное, уже даже не 3, наверное. Там реклама опять дороже стала резко. Куй пойми, с чего ради. Опять ты. Не хватило. So how are we doing, John, on this new morning? А, вот сейчас пошел, да. С гифтов. А мне не дали Кей и Кей Уэйт. Увы. Иняру не дали. Так, я хотел забрать книжку Нерда, наверное. Я думаю, она все же будет полезнее. Она будет полезнее. Вторую секретку искать, наверное, я не стану. Не стану.
Так, хорошо. Три ключа есть, тоже хорошо. Ну, ливнуло, только все равно все работает. Там же от банка, по-моему, зависит, а не от их солы. Один хер там все проходит. Потому что люди все еще умудряются как-то же покупать. Сейчас она типа не напрямую же через Twitch. Сейчас сапки берут. Так что это никак не влияет, по-моему. Это просто от конкретного банка идет. Спасибо за 3 гифта отвел. И снова поздравляем. Хайпим. Походу да. Походу хайпим. Всех покорябать, блять, и меня тоже покорябать. Ладно. Твич наебал. Да тебе так ничего и не ответили по поводу платежа твоего. Там бывает долго отвечает. Может, тебе все же потом вернут. Они прям редко скамят. Просто бывает отвечает по месяцу. И всю эту хуйню рассматривают. Так что еще пока я бы выводы бы не делал. Может, все еще вернут. Какой сон понравился, бр плюс. В этой игре никакой. S2 с большой натяжкой, но с очень большой натяжкой. ВВ плюс. Наверное, S4. Самый нормальный был сезон. И может быть S6, S5. Тоже с натяжкой. Я это не буду лучить. 9-9 это ебаный мем. И мем хуёвый, в отличие от S5. Так, это не дрос. Печальное известие. Господи, кошка. Сейчас. Подождите. Спасибо за, блядь, сколько. Еще 10 подписок. Спасибо огромное. Там еще 10 подписок. И спасибо, Тарел, за 100 битцов. Поздравляем. Же рекорд побили, реально. Побили рекорд. Это удивительно даже. По-моему, рекорд был довольно большой. Там во времена, господи. Ингимундора. Когда сапки что-то стоили еще в то время. Но возможно. Те рекорды не особо помню. Получается, мировой рекорд уже побит. Все, стрик можно заканчивать. Пройдено. Рекорд сделан. Глаз. ВР по сапкам. Ну, видимо, ВР по хайповозу. Ладно. Не ВР. ПБ. ВР, думаю, там сложно перебить. Думаю, там ВР очень
Не стыдны. По хайповозам-то. Зачем я траву столько денег? Обсуждаю наркотики. Прыгать. Прыгун. Дьявол. Конечно, блядь, за синий хп. Господи, иди нахуй. Зачем за синий хп? Кстати, очень хороший этаж. Даже внимания не обратил, какой хороший этаж. По факту. Тихо. Всего одна рума. А, она даже пустая. Офигеть. Это чё? Это имоуты? Это машинка. Туда-сюда ездит, туда-сюда. Неужели не очевидно? Неужели это не очевидно? Все нужно объяснять. Кстати, здесь вторая. Легко, по-моему, обнаруживается. Ого. Неплохо. Так, нет, ведра я взрывать не буду, это будет ошибка явно. Ведра лучше обходить стороной. Но я все еще lost. Это не хотел брать сразу, ну ладно. Поцарапать. Поцарапал. Таблетки есть не хочу. Хайповоз доехал. Хайп. Вы собрали все смайлики уровня 5. Это да. У меня уже смайликов не осталось. Они реально, ну вообще, да, забили хуй на новые смайлики для хайповозов. Хотя сейчас редко будет хайповоз, потому что просто не те уровни. Я реально, по-моему, собрал все эмоты, когда типа эти сапки были. Раздача. Еще год назад или когда это было. До сих пор ничего нового, по-моему, так и не видел. Ну, спасибо, ребятки. Спасибо, что нахай повозили. Так, бомба пока вроде в наличии. 5 штук.
Там лил чест. Там что-то дальше может быть хорошее, но что-то, блин, денег мало. Лучше сначала в магаз зайду. Он пошел флекс с майлами с хайповозом. Еще как на сро, охереете. Но не стану. Так, три бомбы, осторожно. Я мой билд, интересно. Типа лезвие, книжка деда, все это мой билд. Это и есть мой билд? Это забавно. Типа киркой можно, конечно, скипать румы, но... Сейчас дайте мне пизды, чтобы я пошла поставку разбирать. Нет. Мы этого делать не будем. Надо себя заставить самостоятельно. А, у меня же две... А, потому что полидактиль. Точно. Так, жопер, то в хардс, подождите. Ну, мы так пойдем. Temperance. Там был черед. Ну-ка. Ну-ка. Ладно. В принципе, с киркой-то и так можно пройти уже, наверное. Можно все румы скипать мерзкие. Только босса проходить. Хотя, ладно, у меня сон билда нет. Мать, я буду ковырять таким билдом, наверное, часа три. Паровозик, да. Это была ошибка. Теперь у вас паровозик. Но там можно менять, скорее всего, иконки. Наверное, можно его удалить. Там настройки же есть, по-моему, отображение ника. Там где-то, может, он и убирается. Кайф. Тирейт. Охуеть. Это я хорошо на дьявола заглянул. Здорово. Опа. Опа, автомат. Здравствуйте. Опа. Попались. Ладно. Автомат, остановись. Блять. Сука. Блять. Не, ну автомат, в принципе, бдит. Он просто бдит. На контроле. На страже, так сказать, это. Правопорядка в чате. Как бы его сложно судить за это. Он пытается помочь. Бздит. Бывает и бздит, наверное. Я не буду это фармить.
Пум. Тут сокрома есть, естественно. Когда это уже не актуально. Я, конечно, то в хард есть, блин, ну что то в хард тратить. Таран тут это парашный. Эта хилка в теории может пригодиться. Да, он всю фразу подчеркнул, походу. Все вместе ему не понравилось. Не по отдельности. А. Интересно. Че, у меня очень высокий уровень стоит автомода, надо посмотреть. Я его давно включал. В целом он как бы нормально глушит в основном. Бывает не всегда. Бывает уж совсем уж нежные в томут. Совсем уж нежнее нежного. DPS чудный. Строим карта. Беру блайнды. Окей. Это была кнопка уже последняя. Нет. Еще одна. Стоит ли фармить сокруму? Я как бы 5 раз, так я, наверное, не против пойти на ангела, ой, на дьявола наоборот. С одной стороны. Но с другой стороны, что-то дьявол какой-то тут хуёвый пока. Как же это, блядь, весело обходить, ёб твою мать. Как же это нахуй весело, господи, Килберн, иди нахуй. Почему здесь полдня нахуй остаются на экране? Зачем, блядь? Было близко. Попозже. Гидеон? Пускай Гидеон. Ладно, это было из-за этого. Замедление там меня выебало. Потому так долго слезы были на экране. Так они довольно быстро в воде уходят. Так, сюда пошли. Гидеон, естественно. Конечно, Гидеон. Этмара. Это было тупо. Ты заебал меня, так иди нахуй. Места нет. Thank you.
Опять замедление. Клинш. Еще одна волна. Серьезно. Охуенно на этом. Спасибо за синее. Там осталось белое. It's like she's fucking five. Как тебе такое, автомод? Автомод? Блядь, страшно. Спасибо, 150. А! Оно скипнуло! Оно сразу скипнулось. Бля, это смешно было. Ну, даже тут у вас автомод, получается, выиграл. Даже здесь. Инста-скип. Блять, оно даже не, даже не пыталось играть. Оно сразу в скип ушло. Подожди, ожидание YouTube чё, блять, или оно пытается играть, но нету нихера же. Осуждаю песню. Как раз песня под это, под нож собрать. Песня, есть мод, который меняет мать на паровоз Томас? Вот это был бы хороший мод, наверное. Ух ты. Муха! Господи, это ебаная муха жива еще. Ебанись, блядь. Мухи, блядь, неубиваемые. Бедный груз. Хочу ли я фармить сокрумом? Видимо, хочу. Чем доталовым. Как же не бояться? Телепорта нет, но я сделку видел, хорошо. Концовка мощная. Концовка рили мощная. Так, ну окей. У нас скапулярно, блять, 5 контейнеров красных. Здорово. Окей, это здорово. Так, а что я оставил? Или ничего не оставил? Стринг-карта Top Hearts. Больше ничего не было. Возможно, не было. Белых хп мне уже не надо, мне уже 5 и так контейнеров. Не хочу. Ну ладно.
Постоял, подумал. Этого не стоило делать. Наказан. Блять, стоит ли прям так на скопляр этот надеяться? 5 ебучих контейнеров, сука, 5 контейнеров. Это прям ультра плохо. Это прям, ну, очень плохо. Слишком много хп красного. Как? Ну, в смысле, меня костер ёбнул. Ну, ран мега говнище. Портал убивать. Окей, терза. Ну, много терзы. Хоть что-то, блять. Вау, понял. Ну, короче, нет, скопляр забей. Больше мы точно не прокаем в этом ране. Нереально. Ого! Это был красивый нож. Ого, рейндж красивый тоже. Таблетки. Наверное, я больше пока их не хочу есть. Пока я и так вроде в порядке. Киркой может драться. Что туда вообще нахуй нет. У меня нож есть только, разве что нож неплохо вроде работает. Классно. Еще и под ноги меня нассал. Просто классно. Ебать, как ты странно, блять, разворачиваешься, друг. Пятера. Пятера в гиене. Какое охуенное, по-моему, предложение. По-моему, рума легче не становится. Ну-ка. Найс. Не бесполезно этому. Газ под блайном брать неохота. Может быть, надо. Тут тоже могут быть что-нибудь полезное, может быть, в теории. Там может быть Nightlight, это будет очень плохо. Или Little Baggy какой-нибудь. Тоже может поднасрать. Нихуя прикола. Здравствуй, искатели. Я еще один ключ всего. А, окей, ну так даже лучше, наверное. Так, если я сплю, то я получаю 2 магаза гарантированных еще. Звучит, в принципе-то, неплохо. Посмотрим.
Я промазал, реально. Офигеть. Уже маленько удивительно, что это промазал. Сап. 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 Блин. И там встал. Сап. Сап. Ой, я покорявал. Найс. Нет сделки плохо. Коробка. Плюс ключ. Вообще даже может оставлю. Тринкет. Мне повезет. Мне не повезет. Я, наверное, это заберу. Это вроде еще получше будет. Ладно, все же надо спать, наверное. Надо спать. Что билда вообще не чувствую. Билда совсем не чувствую. А он нужен. Чё? А, забей. Это ради сундука. Хотя сундук тоже, наверное, нужен. Господи. Эти идиотские ребусы. О май гад. Это ребусы. Я мог его киркой открыть. Можно было киркой открыть. А, ключа нет ни одного. Это плохо. Это очень плохо. Блин, ну ладно. Сейчас разберемся. Сейчас будет поликать сирена на боссе. Очевидно. Великое разнообразие боссов. Вальтер. Вот это пиздец, бред. Это хуета меня дамажит просто сразу. Тупорылый, блядь, босс. Тупо сразу меня ёбнуло, я ничего не мог ему сделать. С этого мультибобика. Надо было от него, видимо, отходить. Ладно, возможно, мог к нему дойти. Не видел, что он превращался. Дали сделку, ура, максимальный тирейт. Ладно, это уже того стоило. Неужели нам что-то дали? Unbelievable. Нам дали айтемы. Так, теперь нужен ключ. Хотя бы один, лучше побольше. Лучше побольше. Один дали. Так, все, в магазе точно нет грида. Так, таблетки я лучше не буду есть уже. Черт, надо есть. Аркада разве не только на четных этажах появляется, или это... Или это старая информация, что так раньше это работало?
Я свою хп красную вообще не помню. Или еще может быть в альтарте по-другому работает. Возможно. Так, я требую. Я уже ничего не требую. Томат сам все убил. Еще пару часов. Не знаю. Наверное. Как пойдет. Так, пошли в магазин. Магазин интересный. Never ending. Стало еще интереснее. И еще интереснее. Какой интересный магазин. Какой интересный тринкет, но... Нет, наверное. Это купить. Это купить. Это бахнуть. Надо был компас. Это был компас. Ну и ладно. Ну, вроде нормально. Вроде мы выбрались из жопы. Кайф. Я знаю, Мишук, но я не хочу деньги тратить. У меня еще вот вип-магаз один. Там зубы, я думаю, особо ничего не дадут. У меня удача ноль. Так что надо плевать. Что деньги оставлю на второй магаз. Давай, Шотокс. И вам тоже удачи. Так, ну по ХП у нас полный порядок. Славно. Ключи нужны. Шиза. У меня хуёвый магаз. Блять, серьезно, вообще нихуя нет. Одни руны. Хотя руны могут зайти, наверное. Но, наверное, нет. Опа. Ну и говно. Ну и говно. Предположим. Шли в этом руму. Орёт. Ну пусть орёт. Тебе чё, жалко? Хочет и орёт. Может, так надо. Взял там мужика, доебался. Это была ошибка. I
А, здрасте. Ты-то не заметил. Как это так обожаю. Какая мерзотная атака. Берсрайт, да, там вся эта моя игра. Кроме сюжетных, могут падать все что угодно. И даже могут одни и те же падать айтемы. Могут быть повторы, блять, айтемов. Классная рума. Порой выгоднее руму проходить, чем нахуй скипать. Что так, тебя вряд ли выебут. Предположим, ты сюда. Ты не сюда. Это было очевидно. Бонхарт я бы не хотел терять. Видимо, потеряю. С этими скипосиками. Классный босс. Ты же быстро умрешь, да, ведь? А, у меня мантия эти были. Мантия будет в каждой руме? Нет, только в первой. Хуёво. Это хуёво. Только в первой. Не хватит. Ебать, что-то он быстро перешел в эту фазу. По-моему, обычно он подольше был, по-моему. Ну ладно. Впрочем, насрать. Телепорт. Тоже на правду. Ты заебал. Атака сама легкая, когда раз ее не жду. Ты заебал, мать. Звучит странно. Ты заебал, мать, а не она тебя. Все наоборот. Долговастый ран, ну. Что поделаешь? 43. Гиги.